Здравствуйте, дорогие любители iHerb! Спасибо, что заглянули на мой канал, очень вам рада. Здесь я снимаю продукции с любимого сайта, делаю распаковки, обзоры. И если вам тоже интересна эта тема, то не забудьте сразу же подписаться, нажать на колокольчик, потому что нас с вами ждет еще много всего интересного. Сегодня нас ждет с вами распаковка очередной посылки, она была очень тяжелая. Я заказала в основном продукты и стиральный порошок свой любимый, а еще средства по уходу за кожей. И подробно расскажу сейчас обо всем. Сразу хочу начать с любимого продукта. Вы уже видели эти масла в моих распаковках. Я заказала еще одно, приходит оно вот в такой пупырке. Сейчас все распечатаю и покажу. Эстетика во всем, даже вот в этой прекрасной жестяной баночки. В этот раз я заказала из масла из орехов, обжаренные лесные орехи, насколько я понимаю. Флакон 500 мл. Вы раньше могли видеть у меня на канале вот это масло из грецких обжаренных орешков. Очень вкусное, заправляем салаты, можно даже просто на хлебушек полить, и это становится чем-то просто невероятно вкусным. Прекрасные масла холодного отжима делает вот эта компания, добавляю в салаты, можно добавить в кашу, поливаю пиццу, тоже очень вкусно. Для жарки, мне кажется, оно вряд ли подходит, ну и слишком расточительно, наверное, жарить на этом масле. Я в основном в этих целях покупаю кокосовое масло, и оно тоже всегда есть в моем холодильнике. Так, следующая моя покупка – это то, что мы не удержались и все-таки открыли до того, как я начала снимать видео. Тут вот видите открытый пакет. Это шоколад, и он в очень интересном для меня формате. 198 граммов упаковки, это кето-продукт, и я уже насыпала его вчера себе в йогурт, просто наслаждалась. Очень вкусно, я думаю, что если добавлять это вот так в печенье, когда печешь, добавлять мои любимые кексики, думаю, что можно этим, очень красиво будет шоколад белый. Если украсить пасхальный кулич, например, на Пасху, который еще не скоро, конечно, но как вариант, очень интересный шоколад, очень вкусный, насыщенный, очень ярко чувствуется вкус настоящего масла какао, вкус и аромат просто великолепно. Если вы любите выпечку, если вы печете печеньки, то и детки порадуются. Очень вкусный, просто от души рекомендую. Следующий продукт из моей посылки – это вот такой замечательный порошок. Заказываю уже не в первый раз, просто моя любовь. И так пахнет мой шкаф, мое постельное белье, полотенце. Просто обожаю этот аромат, хорошо отстирывает. 3 в 1, добавляю в основном 1 капсулу в барабан, ну если совсем много стирки, то 2. Хорошо справляется, не знаю, как насчет отстирывания каких-то трудновыводимых пятен, потому что такое я обычно отдельно замачиваю, вот. Но с основной стиркой, без каких-то таких сложных пятен, хорошо справляется и дарит просто прекрасный аромат. И самое главное, производитель заявляет, что порошок абсолютно натуральный, что он не содержит каких-то агрессивных компонентов в составе. Здесь 24 капсулы у меня, 384 грамма, на сайте есть варианты побольше. Ну, я знаю, что я буду повторять его снова. Если вы тоже пользуетесь этим порошком и тоже его любите, напишите, пожалуйста, в отзыве. Дальше это абсолютная новинка для меня. Очень большой объем флакона, я думаю, что хватит надолго. Гемомелис содержится в составе этого тоника, и я знаю, что он очень хорошо увлажняет. Также лепестки роз, вода, розовая вода, которая обладает просто уникальным омолаживающим свойством, борется с куперозом. Поэтому с удовольствием буду пользоваться как промежуточное уходовое средство. Открывать пока не буду, у меня еще не закончился мой тонер. Здесь все хорошо запечатано, упаковано еще в дополнительную пленочку. На сайте есть вариант этого тоника без запаха для тех, кто любит. И вот я заказала с розой. О том, какой аромат, я расскажу уже в пустых баночках. Ну, конечно же, мы открыли эту огромную вкуснющую коробку.
который тоже, кстати, заказываю уже не в первый раз. Очень мне нравятся эти снеки. Они полностью натуральные. Здесь прекрасного качества орешки. Очень вкусно и как перекус. И я люблю просто утром с кофе. Орешки, шоколад, семена чио, ягоды годжи. Ой, чего-то только нет вообще в этих батончиках. Все натурально, органически, очень вкусно. Мне нравится вариант именно ассорти, можно попробовать разные, а еще они очень сытные. В общем, как обычно, долго у нас не залежатся. Я покупала их по цене пробных товаров, а так, конечно, цена на них, ну, мне кажется, что завышена. 12 батончиков по 40 граммов каждый. И заключительный продукт сегодня из моей распаковки – это сода. Да, не удивляйтесь, я покупаю соду Nyhur, потому что она очень сильно отличается от той соды, которая продается у нас в магазинах. Я добавляю везде выпечку, естественно. Выпечка, кстати, с ней просто великолепная. Поднимается как никогда. И еще мне нравится добавлять эту соду в ванну, кожа после нее просто как у младенчика. Мягкая-мягкая. Любимая компания Frontier делает эту соду, 453 грамма в упаковке, и я пока не буду тоже ее распечатывать. У меня вот немножко осталось моей предыдущей. Прошу прощения за вот такой вид пакета. Некоторые эту соду пьют, то есть они заваривают ее кипятком и пьют натощак. Специальная программа, я тоже так пробовала, для того, чтобы организм ощелачивать. Да, зря я надеялась, что камера передаст то, как сода блестит. Чем вообще примечательна эта сода? Она не проходит никаких обработок дополнительных, химических. Поэтому она полностью натуральная и полезная. Очень классно иногда добавить немного соды на пасту, которой вы чистите зубы. И она обладает таким легким отбеливающим эффектом. Методов применения у меня лично с этой содой несколько, поэтому я заказываю ее постоянно и очень мне нравятся результаты. Часто делаю на основе соды скраб. Это просто сода и вода. Скрабирую лицо, скрабирую тело. И просто замечательно, она убирает ороговевшие частички, и кожа после нее нежная-нежная. Также мне нравится добавить немножко соды в шампунь, вот прям сразу перед мытьем головы непосредственно в ладошку, и сделать тоже такие скрабирующие движения на коже головы. Делаю такую процедуру не часто, достаточно где-то 2 раза в месяц или раз в месяц. Попробуйте, и ваши волосы будут вам очень благодарны. В общем, продукт однозначно заслуживающий внимания. Я нашла колоссальную разницу между той содой, которая продается в магазинах, и этой содой, поэтому выбор мой очевиден. Ну что, друзья, благодарю вас за ваше внимание, благодарю всех, кто подписался и поставил лайк. Это меня очень стимулирует, снимайте дальше. А вам, как всегда, я желаю большого счастья, радости и здоровья. И до новых встреч!